Привет, друзья! Я давно не снимал туристических влогов. И вот сегодня хочу снять для вас туристический влог. Последний раз снимал про Грузию. Ну и сейчас вот про Турцию, отдых в Турции. Первый раз выбрался за 3 года сюда. Мне очень понравилось, и как вы понимаете, поэтому хочу с вами поделиться. В общем, получается отдых, пожары, пандемию. И это нам все не мешает отдыхать в Турции. Ну что, погнали! Итак, друзья, теперь с самого начала, как говорится, привезли нас вот на эту красивую площадку, прямо перед отелем. Отель называется Adenberg Gold Dreams. Мы где-то лет 8 назад были в аналогичном CD Marmaris, но сейчас там идут пожары, поэтому Алания самое безопасное место. Ну и по цене, по качеству Ultra Inclusive отличная вещь. Я уже записываю это, когда уже прошло. То есть пожар нас обошли, и мы жили в Конаклы перед Аланией, и горами горело все. А вот сюда, естественно, здесь город не дошло. Поэтому и пандемии, и пожар нам удалось избежать. И вас встречает ресепшн вот такое. В общем, по отелю. 2 корпуса, вот один и второй. Между ними большой ресторан. 4 бассейна и 6 баров. То есть в каждом корпусе по бару. И бар на пляже, бар на этом. И еще Kingdom Bar. То есть получается 5 баров. Вот, так что немного ошибся. И амфитеатр. Ну, по размерам, по площади небольшой отель, но компактный. И всего для семейной съемки хватает. Мне понравилось еще. Кстати, все Ленинград спроектированы так, что все окна выходят на море. Итак, дружище, который смотрит меня сейчас, смотри обзор, будет один день, проведенный в отеле. И обязательно я схожу на турецкий рынок, покажу цены и какие цены есть в отеле. И также в конце видео расскажу, сколько стоил мне отдых с ценами, как вы любите. Итак, вперед! Доброе утро, ребята! В общем, каждое утро приходится ходить. И к бассейну лучше с утра сходить и нормальные места занять, чтобы не на солнце потом париться. Потому что реально 2 раза ходишь на море, и всего лишь из этих 2 раз там по 10 минут. А потом вся туса вот здесь. Смотрите, утренний бассейн. Настя, помаши рукой. Вот, так что сейчас пойдем кинем там полотенце, какие-то вещи. Потому что все равно все с утра выходят и здесь занимают. Ну, зависит от того, где ты занял. Ты, наверное, паришься на солнце или нет. Ну, там бар. Настя, там занято все. Пойдем в другое место, там занято. Мы вчера были вот здесь, у главного бара. Здесь сейчас и займем. Пойдемте кушать. А, гранаты прям растут, да? Так, это были гранаты. Апельсинки? А что же мы едим? Они же не поспели еще. А где? Это апельсинки, да? Не знаю, может, лимонки. Мне кажется, лимоны. Ну нет, они крупные. Крупные? Ну да.
вот эти вот на лимончики? Ну, они маленькие на лимончики похожи, а когда большие, крупные, они такие круглые. А вот это апельсинки точно. Они все круглые сразу, видишь, и маленькие, и большие. Ну, пойдем. Территория отеля очень маленькая, но уютная. Гриль-бар. Тут есть всякие жареные штуки. Что, бери тарелку. Спасибо. Все, взяла? А ты что будешь? Чего не хочешь? Ну, пойдем. Мне кажется, кофе, чай там наливают. Ух ты, сколько сыра с утра, а? Вот этот. Ага. Этот. Еще один. Вкусный сыр. Спасибо. Ребят, весь персонал ходит в масках. Все туристы ходят без масок. Ну, иногда одевают, в основном без масок. Блин, такая жара, вот смотрите, ребята. Убирают там, еще что-то делают. Они все в масках. Видите, маски одеты. А днем жара. Сейчас утро еще можно походить, а днем жаре еще. Мне жалко, реально. И они стоят, когда обычно в баре еще жара. И еще у них это вся прям рубашка мокрая от жары. Но все равно маска. Так что я еще покажу. Так как 1Б пятерка, то есть отдельный выход к морю и свой пляж. Такой оригинальный. Пойдем. Куда пойдем? Ну вот и на пляже. Пляж нормальный. Чуть-чуть с камнем. Дай терпимо. Его мало. С учетом того, что вчера был шторм, сейчас спокойнее. Вот. Настя? Вообще это Конаклы. Я здесь вспомнил, что лет 15 назад как раз первый отель здесь был. Чуть туда дальше. А дальше уже после Конаклы Алания. Русалка ты наша. Сейчас волны пройдут.
Дети ходят, в общем, на море минут на 5, потом говорят, все, пошли папа в бассейн. Не хочу здесь купаться. Вот пришли в бассейн. И то, сейчас утро, где-то 9 утра, ищем тенек в бассейн, чтобы был с теньком. Прыгай. Ну что, и я тоже. Вот это теньки. Что? Хорошо. Смотрите, несмотря на то, что тень или что-то, 31-32 градуса на улице, мне кажется, такая же вода, не меньше 32 градуса. Сейчас 8 августа. Что, прыгать? Еще раз прыгнешь? Все? Прикольный подвал съемки, первый раз пробую. Все, поплыли дальше. Ой, он нырнул. Это у тебя подводное плавание, да? Подводное плавание у тебя, да? Ты кто, девочка такая? Лягушка местная? Лягушонок местный, да? Девочка. Нет. А откуда ты? Это Илюш. Да? Ты не знал. Не достаешь, да? Чуть-чуть. Да ты по. Сейчас я сделаю далеко. Все? Ага. Горки – любимая забава детей. Что, на горке? Да. Вместе покатимся? Да, давай. Давай. Давай, вместе. Можно? Маши! Юху! Город мало не бывает, но еще раз скатимся. Ты что такая хмурая? Холодно. Холодно уже? Сейчас его. Ветерок. Ветерок? Все, вылазит, сушится, греться. Thank you.
А вот там детские горки. Меня туда не пускают. Хотел зайти. Ну там медленно очень. Да? Давай купаться. Здесь купаться? Пришли греться в основной бассейн. Давай. Что? Давай. Два, три. Ну там же воду закачивают и скидывают. Все с этого бассейна убежали на тот кататься, да? Ребят, в 21 году серия пожаров произошла в Турции. И вот сейчас хочу вам показать балкон, как это ощущается. И можно догадаться только по цвету неба. Смотрите, вот если смотрим мы прямо туда, то есть у вас получается синяя, и вот черная, видите? Вот. Это как раз пожары. Они идут вон там горы, и вот с горы идут пожары. Но мы в городе, до нас это далеко, но все равно они доходят. Неприятно. Блин. На самом деле, там, где идут пожары, я раньше отдыхал, очень красиво, в елках идешь, шикарно. Природа, там вот это, просто в жару, отлично прогуляться по лесу до пляжа. Ну вот, к сожалению, какие-то люди поджигают, и правительство очень часто борется сейчас с ними. Пожары, говорят, уже практически погашены, но все равно вот такая дымка идет. Вот. Желаю им быстрее справиться с ними. Кстати, самолеты, вертолеты летают, тоже воду берут, гасят. А это вид из окна. И вот вы видите, когда накрывает. И пепел. Пепел как раз в море. Пепел. Видно, что последствия пожаров. Что, идем на обед. В общем, показываю весь день сурка, потому что каждый день такой. Путешествие затылков. Так. Гриль-бал. Всегда надо заходить. Потому что здесь что-то есть вкусное. О! Да. Оля, а что, пойдем искать? Курмама. Курмама. Пойдем стол искать. Народу. Вот сейчас как раз народу та столько, сколько есть. Мы подаем, и нам выдают. Ну, очередь 2-3 человека вообще нормально. Так что это все позже. А, сыр, пожалуйста, сыр. Сыр. Еще. Спасибо. Ну что, нам Бог послал. Я думаю, это можно есть. Еще плюс пиво. Самое вкусное — это сладости, особенно пахлава. Мы идем по пахлаве.
Можно похлопок? Три. А вот то. Три. Ну вот, закуска к пиву готова. Есть еще торты, но я как-то их не очень люблю. Калорийным, и я худею. Пойду лучше пиво возьму в подворье. Ну а за пивом бар. Два пива. А, пиво одно и это. Шампанское есть? Одно шампанское, одно пиво. Окей, thank you. Какие прикольные коктейли. Так, ты что взяла? Это манты называется. Вот это манты? Да, мелкие, там внутри мягкие. Ага, я понял. А ты аристократкой скоро станешь, шампанское пить-то каждый раз. Ну что, ребят, день сурка продолжается. После того, как пообедали, поспали. И вот сейчас идем опять, но уже не на море, а за мороженым. А потом уже на море. Вот это как раз территория всего. Здесь аквапарк, бассейн. Там амфитеатр. И вот там их тоже бассейн с бунгало. И небольшая компактная такая территория получается. Так, ребят, все в том же Kingdom баре. Подается мороженое. Где-то часа два постоянно дают. Мне это нравится, поэтому я показываю. То есть после сна мы всегда идем, едим мороженое, а потом уже решаем, куда пойти. На море или на бассейн. Ну, правда, классное мороженое, турецкое, качественное, хорошее. Белый, розовый, два. Белый, розовый. Опа. Белый и розовый два. Два. Да. Спасибо. Спасибо. Все. Все, мороженое получено. Есть и купаться. Сегодня море спокойное, классно будет купаться, прозрачное. Ну что, погнали! Себяшка. Я лежу, а ты не получаешь.
Лови. Че? Голова ближе моя. Мама, я тебе. Плывешь? Достает одна. Да. Это была маленькая? Как раз большой была. Жарище. Сейчас где-то часа 4. А здесь боча кидают шары. Горки закрыты. Все, откатались люди. Любимая часть – нырок. Ищем в бассейне, где есть тенек, от жары подальше, и ныряем. Ты тоже купаться? Да? Ноги помыл? Да? Я тоже купаться. Thank you.
Да? Идем кушать? Вообще, на самом деле, в Турции очень все безопасно сделано для нас. И в том числе и маски раздают, и термометры есть. Ну вот, мы же все-таки, вот смотрите. Бесплатные маски, все есть. Что, вкусно? Да. Ну ладно, я здесь не буду брать. Так что идем там, где есть еда. Двойную ему порцию, двойную. А вам не можно? Можно. Тоже можно? Тоже. Тоже. Спасибо. Вообще особо вот эти вот, что они выдают, это вполне нормально, даже меньше жрать начинаешь, потому что ты говоришь там меньше кусочков, меньше еды, ты уже когда тебе накладывают, когда ты сам накладываешь, у тебя рука прям вот молотит, а когда к тебе накладывают, нормально все адекватно, но за пивом надо выходить в бар. Плюс два пива. Да. Is channel name? Fishing with Илья Привалов. How much subscribe? 100? 10 плюс. 10, вау. Okay. Откуда пиво без пахлавы? Это вообще не пиво. Что за пахлавы? Пахлава. По 3. Спасибо. Так. Три способа потребления пива. С чипсами, с сосисками, но не соевые чаще, и с пахлавой. Попробуйте вкусно. За что дети любят Турцию, это бассейн, бесплатные напитки и мини-диско. Вот как раз вечер, после ужина идем на мини-диско. Так, и сегодня какая-то еще турецкая ночь будет. Ну, практически раз в неделю только выходной, а так дальше всегда показывают какие-то шоу. Ну, сейчас анимация такая средняя, потому что пандемия. Но все равно артисты приезжают. Посмотрим, что сегодня будет. Thank you.
Сзади отель. Так, в ту сторону. Все, выбрались на улицу, идем. Нас направляют в нужный момент к базару. Начинаются местные улочки, магазинчики. Ну что, зашли на территорию торговли. Сейчас все будут говорить, давай купи. Маркеты. Две магнитики. Три магнита, 2 евро. Оля, а там что-то еще есть внутри. Там много. Какой-то большой маркет. Видите, да? Здесь никто не ходит в повязку. Какой классный, здесь пенсионер есть. Семь магнитов, 4 евро. О, сладкий рай. Пахлава. Ну, здесь ценников нет. А почем? Какой? Ну, нарезывается. Который здесь килограмм 20 евро. Килограмм 20. Который здесь 30 евро. Ага. Ручная работа, конечно. Угу. Вот здесь есть рога. А это подешевле, да? У меня костюм такого нет, Спайдермена. Я хочу Спайдермена. Пожалуйста, к нам. Пойдем на. Можно посмотреть? Да ну! Здравствуйте! Все зазывают. Все очень гостеприимные. Чемоданы. Оля, а мне очки нужны солнцезащитные? Да? А ты говорил, в Турции купил. О, какие кроссовки. Это для ускорения хода. Фенди, Гуччи, все продается. И все Лоран. Все самые знаменитые бренды, все здесь. Быстрее все в Турцию. С забрендованными вещами. Быстрее. Пока есть распродажа. Такой эскалатор. Духи. О, брат. Слушай, давай, посмотри. Я брата нашел. Я его потерял в детстве, а сейчас нашел. Брат, посмотри. Да не, спасибо, я их не. Второго брата нашел. В детстве их терял. Ну все, сейчас выходим. Какой выход? Кожа меха нам не нужны. Дальше пойдем гулять. Это оказалось небольшим базаром. Вон впереди есть еще больше. Огромный.
Ой, блин, вот этот чувак испугал. Местных стоял такой чувак. Смотрите, пандемия. Ну, все ходят свободно, без масок. И продавцы, и туристы. Все нормально. Жизнь продолжается. Все равно все заболеем, переболеем. Сколько ни прячься, маски не спасают. Ребят, меня последний раз спрашивали, вот белую майку с капюшоном я где покупал, для... да вот на отдыхе я покупаю, вы сейчас в Турции, вот смотрите, вот купил $12, ну что, 900 рублей, для того, чтобы не сгореть, отличная вещь, так что вы едете как на отдых, там всегда такие вещи продают, так что там покупайте. Не говоришь, что мазук сара. Папарацци. Собака местная. Что ты хочешь? Все, вышли из базара, пошли в отель. Вечерний мула, он утром у нас будет. Ну, не особо так слышно, но все равно прикольно, конечно. Скорые постоянно гоняют туда-сюда, пожар. Вместе с милицией, полицией, то есть, и пожарками. Итак, ребята, а сейчас обзор номера. Номер каждый день убирают. Вот смотрите, тележка стоит. Так, итак, номер. Номер он небольшой. Но для троих нам вполне хватает. Кондиционер есть, телевизор есть. А, кстати, холодильник здесь постоянно обновляют. Еще не принесли, но минералка, вся такая фигня, она есть все здесь. Все, Wi-Fi в номере есть. И вот здесь есть, этот сейф. Тоже включен, всякие вещи. Вот, и нормально. Ванная. Туалет, ванна, душ, все стандартно. И постоянно меняют эти, ходят, ну, как принято в нормальных пятерках, мыло, там, шампунь и все остальное. Так что отлично. Ну и в конце, как я обещал, сейчас я вам назову. А, и балкон есть. Сушить вещи и все остальное. Ну и в конце, как обещал, вам цены. Все балконы развернуты, как я говорил, на море. Видео, абсолютно. В каком ты номере не жил, но это особенности дизайна. Вот если видите квадратно, здесь не очень. А у нас все нормально. Молодцы, постарались, ребята, расстроили это здание. Ну а теперь самое интересное, наверное, всех интересует. Цены вы видели на базаре, мы ходили. То есть мы ходили на базар, там дешевле. То есть в отеле дешевле базар, который сделан при отеле, чем на рынке. Но на рынке сказали, надо торговаться, вплоть до того, что ты называешь свою цену и уходишь. Тебя останавливают и говорят, окей, ты купил это все. Вот, ну, торгуйтесь. Ну, а второе по ценам, это путевки. Вот нам на троих, у меня ребенок, больше 12 лет, он здесь как ребенок идет. Но у него полноценная нормальная кровать.
То есть можно, наверное, и полноценно в 3 человека ехать. А 138 рублей. Тысяч. То есть мы узнавали цены, хотели поехать в России. Вот нам закатили 150 тысяч, еще наша дорога, нам нужно было до Краснодара доехать. Поэтому пока наши ательеры мозг себе не вправят по правильным ценам, то мы, наверное, россияне будем ездить по всяким заграницам, где, по сути дела, дешевле. Смотрите, в чем дешевле. Цена дешевле, да? Можно, конечно, ехать на наш курорт и там снимать где-то там жилье у местных, там жить и все остальное. Ну, я не очень люблю этот процесс, если снимать квартиру, а квартиру все равно 5-6 тысяч будет стоить. Так вот, цена проживания здесь 7 тысяч. Сейчас я расскажу, как это я посчитал. Смотрите, 138 тысяч минус 11 тысяч. Это 11 тысяч топливный сбор. То есть получается 128. Считайте, минимум сюда долететь одному человеку, а ребенок все равно идет, как взрослый человек при полете, по 10 тысяч. То есть 30 тысяч полететь, 30 тысяч улететь. Получается минус 60 тысяч. Получается минус 128, получается 68 тысяч. Здесь проживание-то стоит. Ребят, 11 ночей, где я найду ультра? Все включено с едой в Краснодарском крае или где-то на Черном море за 7 тысяч в сутки. Да нигде, только проживание у меня, наверное, выйдет. Более-менее, ну, то жилье, которое хочу отдельно, чтобы было. Не в общем где-то во дворе жить там и ходить. Так что, ну, такие цены, поэтому мы все сюда едем. Тем более здесь уже все включено, и с учетом того, что идет пандемия, все-таки отель более соблюдает эти нормы. Видите, весь персонал ходит в масках. Наверное, и прививит, наверное, уже весь. Я не удивлюсь этому. Так что, вот такой отдых. Мне понравился. Если тебе понравился этот влог, пожалуйста, поставь лайк, поделись с друзьями и напиши: классно отдохнул. Я буду понимать, и когда буду выезжать на отдых, буду снимать для тебя. Всем спасибо, всем пока-пока.